евакуюватися з Херсонщини до Кривого Рога, і про інші питання, інші аспекти запитаємо начальника військової адміністрації міста Олександра Вівкула. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, про оцей зовнішній периметр оборони, як він укріплюється, наскільки тепер буде надійним? Доброго дня. Орки заканчивают уже практически создание ударного угрупования на нашему напрямку. И мы ждем в ближайшие дни их перехода в наступление. Мы знаем про них больше, чем им кажется. Мы понимаем все их планы. Мы полностью готовы. Гарнизон готов города. Готовы все воинские части. Мы построили глубоко эшелонированную оборону. Не буду говорить, чтобы не давать войсковой информации, из скольких рубежей она состоит, но мы большой промышленный город, у нас много промышленной техники, и мы построили очень серьезные многоступенчатые укрепрайоны. То есть мы готовы к любому варианту развития событий. А зважаючи на сказане вами, чи безпечно все ще евакуйовуватися з Херсонщини до Кривого Рога? Ви знаєте, за останні три дні проделана колосальна робота. Тобто евакуйовано більше 5000 мирних жителів з Херсонської області. Это было сделано по разным направлениям, потому что у нас большой фронт, больше 100 километров. Есть некоторые направления, где люди могли доехать только на велосипеде. Где-то привозили деток маленьких и пожилых людей в тачках, вот буквально в тачках. Я сейчас вот только приехал полчаса назад с передовой и видел, как людей там привозят в тачках. Задаешь вопрос, во сколько вы выехали, в 8 утра выехали, и вот только там к 4-5 вечера смогли на тачке привезти младенцев, привезти пожилых людей. Есть у нас место, где перед нашим блокпостом лежит там больше 1000 велосипедов. Это там, где люди могли только проехать на велосипедах. Есть места, где люди там босые, в прямом смысле этого слова, переходят там реку вброд, где-то на тракторе. Вот тоже сегодня в другом направлении, в другом, чем я только что говорил, на нашем блокпосту подъезжает микроавтобус, там можно ехать на транспорте, микроавтобус, люди едут с Херсона, в микроавтобусе 13 человек, трое взрослых и 10 детей. Вот они только со стороны Орка въезжают на наш блокпост, я захожу в микроавтобус, и вот первое, что я говорю, слава Украине. И 10 детей возрастом 3, 5, 7 лет начинают петь гимн Украины. Слезы на глазах, по-другому на это смотреть невозможно. То есть люди были, детки маленькие были трое суток в пути. Там окольными путями, как угодно. С разных городов Херсонской области. Вот эти были самого Херсона и так далее. Но все-таки хотят как-то добраться до нас, потому что ну, почти два месяца в оккупации, со всеми ужасами оккупации, это, конечно, катастрофа. Если меня сейчас смотрят жители Херсонской области, херсонцы, дорогие, родные, я знаю, что не так легко сейчас там иметь доступ к телевизору, к телевидению, но, тем не менее, вы все равно ищете возможности, кто-то через спутник, кто-то через интернет. Я хотел бы обратиться к вам, чтобы вы знали, вас любит Украина, вас любит Кривой Рог, мы всех принимаем, размещаем, кормим, мы вас ждем. Мы одна страна, мы одна семья, и мы всегда будем вместе. Пане Олександре, а скільки в цілому вже прийняли херсонців, якщо є така статистика, звісно, і скільки людей готові прийняти Кривий Ріг? То есть Кривой Рог будет принимать столько, сколько надо. Есть часть людей уезжает транзитом в Западную Украину, в Европу. Кто-то, кому-то надо день-два переночевать, потом разъезжаются по родственникам в разных местах Украины. Кому-то ехать некому. Ну, вот я же говорю, что ну, реально люди выходят босые там практически. Этих людей мы готовим места, расселяем, кормим и дальше будем работать с ними в городе. То есть вот сколько надо, столько и будем. Всего через Кривой Рог беженцев
Тут нельзя сказать, что это только Херсонская область. И Херсонская область, и Донецкая область, и Луганская область. Прошло уже больше 100 тысяч беженцев. И в городе сейчас около 50 тысяч беженцев. А ще от хотів запитати, чи були у вас якісь от заходи, так, маю на увазі Великодні, напередодні, як вони пройшли і чи долучались якось внутрішньо переміщені особи, можливо, для них були якісь особливі акції? Ну, конечно, сегодня Пасха, и сегодня богослужение у нас началось утром. Это соответствует абсолютно всем православным канонам, потому что ночью мы в прифронтовой город, у нас действует комендантский час. Все, кто хотел прийти в храмы, у нас с 5 утра в усиленном режиме работал коммунальный транспорт. Все пришли, Пасхи посвятили. Все, конечно, военнослужащие, которые находятся там, в нашем, даже не городе, а в нашем периметре. Все переселенцы, которые у нас находятся, все получили Пасхи, были пасхальные праздники. То есть мы постарались сделать людям максимально праздник. Дякуємо вам за це, за те, що робите. Тримайтесь. Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рога, був з нами на зв'язку. А далі продовжимо тему Донеччини.